Есть старинный секрет, скрытый от детворы. Много зим, много лет утекло с той поры. Разозлю, ублажу, мне-то ведь все равно. То, что я расскажу, было очень давно. Хочешь — верь, хочешь — нет. Только были года, когда праздничных мех прервалась череда. Город Хэллоуин. Здравствуйте, дорогие друзья! В преддверии Хэллоуина я хочу рассказать вам, как второй раз хитрый кузнец опять обманул дьявола. Джек сказал дьяволу залезть на дерево за фруктами. И как только дьявол залез на дерево, Джек нацарапал крест. И дьявол не смог слезть с него. И так он выторговал еще 10 лет. Но вскоре он умер. Но за грешника в рай так не допустили. Никому он не был нужен. Ни Богу и ни дьяволу. И Джек бродил по земле и освещал свой путь кусочком угля, которого его бросил дьявол. Джек положил свой огонь в пустую репку и пустился в странствие. Отсюда и название – «Светильник Джека». И помня об этой легенде, ирландцы и шотландцы вырезали из-за большого урожая эти страшные рожи из тыквы, помещали вовнутрь огарки и ставили этот оберег на входе дома, чтобы отпугивать блуждающую душу Джека. Эти традиции живы до сих пор. В США этот праздник очень популярный. Его завезли в 19 веке ирландцы, иммигранты из Великобритании. И теперь к 31 октября специальные фермы выращивают очень большой урожай тыквы. И люди наряжаются в страшные костюмы, делают эти фонари и отмечают этот праздник. Вы меня ждали? Я тут. Сегодня я буду готовить плов. Не простой плов, а плов в тыкве, из индейки, с корегой, изюмом. Это очень вкусно. Нам нужна форма для плова. Это тыква без внутренностей. Сделаем ее. Для плова нам нужно мясо индейки, нареженного. Индейка готова. Теперь мы ее будем обжаривать. Правильно.
Лук, морковь мы будем мелко резать. Морковь и лук готовы. Будем теперь их обжаривать на сковороде, очень горячей, на растительном масле. Индейки, у нас сейчас пойдет морковь. Отправляем лук, индейки, морковь. Высыпаем рисом. Изюм. Курага. Соль. Кума. В плов добавим чеснок. Будем плов укладывать в тыкву. Тыква сочная, в ней много влаги, поэтому сейчас сложу это все в тыкву. Поставлю в печь. Можно ставить в духовку. И еще потомим, чтобы тыква отдала свою влагу, свой сок этому плову. И ставим в печь. Ah!
Ну вот плов в тыкве готов, рассыпчатый и очень вкусный. Моим гостям это очень понравилось. Думаю, и понравится вам. Вам понравилось мое видео? Тогда ставьте лайки. А кто поставит дизы, ведьма может отомстить. Ха-ха-ха-ха-ха. Я очень устала, очень много готовила и испаряюсь. Желаю вам счастливого Хэллоуина. И не забудьте подписаться на мой канал. Я буду ждать.